Всех витаю, дорогие мои друзья. Я иду в поликлинику. Так, машина сейчас проедет. А тут тут идти. Видите, машины накатали, а с этой стороны, как вам показать, уже снег. Поэтому отступать некуда. Иду в поликлинику до семейного врача. Заодно и прогуляюсь. Потихоньку пойду, за 40 минут дойду. Потому что не бегу, скользко под снегом. Поэтому иду тихонечко. Расканев приехали, надо уже сходить к семейному врачу. Сколько шла, ни одной машины не было. А сейчас как включила телефон, машина за машиной. Такой домик красивенький, аккуратненький. Люблю я такие дома, чтобы не сильно огромные, а такие, чтобы аккуратные были. Иду к семейному врачу, потому что давно не была у нее. Обычно мы с ней в Вайбере переписываемся, и то только по таким, знаете, срочным делам. Если что-то болит, если температура. Ну, моя врач просто золотой человек. Молодая женщина. Моя врач, во-первых, профессионал. Во-вторых, она очень внимательная, добрая. Иногда я, как обычно же, знаете, начинает болеть только ночью. Я не знаю, как у вас, но у меня вот всегда так. Если что-то начинает болеть, и еще начинает болеть под выходные. Как только суббота, воскресенье, когда не работают больницы, начинают, что-то начинает болеть. Ну, не часто, но все равно. И тогда думаешь, куда бежать, что бежать. Я в Вайбере, вот у нас сейчас стало очень хорошо, потому что есть семейный врач, напишешь ему. Ну, я так, без надежды бывает, что поздно ночью напишу, что вот болит то-то, то-то, что делать? Она мне тут же отвечает. Я вообще в шоке была первые дни. Я ей напишу часов 11-12 ночи. Она думает, утром увидит, она мне ответит. Она тут же отвечает. Иногда и увидит поздно, придет с работы, видимо, посмотрит. И очень поздно отвечает, и ночью. Вообще молодец у нас врач, конечно. Наталья Юрьевна меня не смотрит, но ей низкий поклон. Вообще врач от Бога, врач от Бога. Я сейчас буду говорить о поликлинике в Каневе. Не в Киеве, потому что я не знаю. Если вы скажете, а у нас не так, я не знаю, как у вас, я не знаю, как по всей Украине, я знаю так, как у нас в Каневе. Сейчас вам расскажу. Как Юля говорит, в этот момент ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я тем временем вам расскажу. Я очень довольна, что у меня врач находится в Каневе. И именно прикреплена я к этому врачу и к этой поликлинике. Потому что в любой ситуации, причем совершенно бесплатно, они сделают осмотр, пошлют на, допустим, сдача крови, рентген. Это все бесплатно. Все врачи остальные тоже. Вот Наталья Юрьевна отправляла и к другим врачам тоже все бесплатно. Кроме того, меня поражает быстрота. То есть вот если придешь делать рентген или какое-то другое обследование, то быстро, то есть не сидишь, открывают даже раньше времени. Допустим, рентген начинает работать с 12 часов. Ты пришел без 20-12. Они могут без 15 уже открыться и начинать запускать, делать рентген. Это мы весной это видели, как это все происходит. Сейчас немножко поменялось, это надо позвонить в поликлинику, они тебя запишут к врачу, и тогда попадаешь. Но если срочно, то можно сразу идти на место, в амбулаторию эту, и семейный врач сразу же примет. Ну и она, я же как вам и говорю, всегда на телефоне. Только позвонишь, она сразу же берет. Если она, конечно, не на работе, если не принимает больного, она тут же отвечает. А если принимает, она все равно обязательно перезвонит.
Поэтому мне здесь очень нравится. И врачи здесь квалифицированы. Вот врача, вот и Валера нашего лечили тоже. Когда Валера сердцем заболел, тоже так хорошо подлечили. Ну, мне нравится. Спасибо каневским врачам. Наталья Юрьевна сразу говорит, приходите на прием. Но если я говорю, Наталья Юрьевна, я в Киеве, я не в Каневе сейчас. Она четко, что болит, значит, я рассказываю. Она говорит, ну, конечно, желательно бы прийти, но попробуй вот это, вот это. И вы знаете, вообще, как по волшебству все проходит. Поэтому помните, когда я приехала с Днепра, из носа мокрота, я боялась, что я заболела коронавирусом, и как раз были праздники какие-то, я не помню какие. Я говорю, что делать? Как проверить? Она говорит, приходите на прием. Я говорю, Наталья Юрьевна, так праздники ж. Она говорит, я работаю. И мы сразу же оттуда приехали к Наталье Юрьевне. Она тут же проверила на коронавирус. Говорит, нет, это не коронавирус. Это вот гайморит. Вот это то-то, то-то. Прокапайте, и все. И у меня буквально за день, за два прошло это все. Ну, то есть, знаете, профессионал есть профессионал своего дела. Поэтому, когда заболеем, мы не боимся. Самое главное, когда ты заболеешь и боишься того, вот первый, когда только-только начинал этот коронавирус, неопределенность, это было самое страшное. Вдруг я заболею, и куда я пойду? И никто ж меня не вылечит, и никто меня не проверит, больна я или не больна. То есть не было никаких препаратов, то есть вот этого всего, и не знаешь, и это неопределенность, не знаешь, куда пойти, кого спросить, и чем вообще лечить, это было страшно. Как только вот мы сейчас, например, начинаем болеть, сразу звоним, и мы видим, как Наталья Юрьевна четко, без лишней паники, без лишних там слов начинает говорить, так, температура какая, если температура, проверяем так, приходите ко мне на прием, давайте вот так, вот так, вот так. То есть она все шаги, как лечить, все это говорит, и ты начинаешь успокаиваешься чисто психологически даже, что тебя спасут. Понимаете? Вот это важно для человека, мне кажется. Даже многие, когда вот сейчас заболевают этим вирусом, они боятся, что пойдут к врачу, они их залечат или наоборот, не будут лечить. Поэтому они не идут к врачам, сразу же не обращаются к врачу. А вдруг я дома полечу, вот я чаек попью, оно у меня все пройдет. И тогда они затягивают болезнь, и а дальше получается осложнение и все. И вот этим все страшно. А когда мы четко знаем, что только что-то начинает заболевать, сразу звонишь своему врачу, и он тебе четко рассказывает, что нужно делать пошагово. Да? Тогда ты уже успокаиваешься, и даже оно проходит очень легко. И это самое главное, когда у тебя очень хороший семейный врач. Вот это самое главное. Вот и все. Прием быстро прошел. Пришла. Никого нет. Я была записана на 10:40. Меня приняли. После меня еще мужчина пришел. Видимо, пораньше даже посидел в коридоре. И все. Прием окончен. Быстро. И я уже лекарства успела купить и обратно. Я жаловалась на то, что у меня немножко такое головокружение, такое какое-то односекундное головокружение бывает, и ночью онемение рук, руки немеют. Она говорит, что это может быть, не может быть, это остеохондроз, и что-то зажало, какой-то нерв, надо сделать массаж. Массажа здесь я не буду делать, уже приеду в Киев, сделаю. Ну, хотя бы главное знать, что... Вот, массаж нужен обязательно. Ну, конечно, говорит, желательно сделать МРТ, но может у вас какая-то грыжа, может быть, ну, что-то, ну, надо бы провериться, если по-хорошему. Но сделать массаж, и все пройдет, сказала Наталья Юрьевна. Ну, а по поджелудочной железе
на которую я жалуюсь уже 2 года. Понятно, почему. Потому что я ем не то, что надо. Я сама себя виню, никого больше. Но люблю я покушать, что ты сделаешь. Конечно, стараюсь, хлеба не ем. Острый, жирный не ем. Ну, все равно. Видимо, в больших количествах. Она сказала, врач наша семейная сказала, что надо много двигаться. Много двигаться. И, естественно, придерживаться диеты. Диета, и в интернете она сказала, найти я записала. Ладно, потом вам скажу, как это называется. Какой-то там стол. Нужно посмотреть. Не пятый стол, нет. Короче говоря, все как обычно. Больше двигаться, меньше кушать. Ни жирного, ни сладкого, никакого. Это, конечно, я и сама знала. Больше двигаться, все есть. Пареное, жареного не есть. Ну, как обычно все. Да, если бы еще как-то так себя заставить. Я даже не знаю, как люди могут так себя заставить. Вот сказал и сделал. Все. У меня не хватает на это силы воли. Вначале начинаю, а потом проходит время, и я уже не удержусь. Ну, я и так стараюсь меньше есть. Хлеба вообще не ем. Ну, от кофе не могу отказаться. Ну, правда, Наталья Юрьевна сказала, что одну чашечку с латте можно одну в день. Я говорю, ну как, я не могу без кофе. Вот одну мне чашку надо обязательно выпить. Она такая сначала так строго. Я говорю, с молоком латте. Она говорит, ну сколько раз вы в день пьете? Я говорю, один раз в день. Она говорит, один раз можно. Ой. Люба, Люба, сейчас вы скажете, надо меньше жрать. Я сама знаю, знаю. Уже вы мне говорите за экраном. Да, 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 я знаю, слышу, как вы уже говорите, как вы кричите, как вы злитесь на меня. Это я все слышу, дорогие мои. Но ничего поделать с собой не могу. Ой, котик бежит. О, смотрите, бежит, бежит котярка. Но у меня ничего нет, кроме лекарства. Котик стал мне дорогу показывать. Идет впереди. И дорогу мне показывает. Сейчас, кстати, потеплело. Я туда шла, пока вам начинала рассказывать. У меня руки замерзли, что я не могла их отогреть. И тоже я недолго. А сейчас вообще не мерзнут руки. Потеплело. Ой, к Новому году, говорят, вся вот эта красота растает. Представляете? Вот сейчас иду, такая тишина. Тишина. Только котик мяукает. Послушайте тишину. Короче, котик не дал послушать тишину. Ну что ж, я тебе дам. Нету у меня ничего кушать. Нет, нету. Это не еда, это лекарство. Лекарство, что ты понюху не чувствуешь, что это лекарство. Оно тебе вредно.